Нет, ну, очень немало. Ну, куда-то положили, коллеги. У него реально сепсис, то есть, по-моему, 40 тысяч у него лейкоцитоз, это очень-очень-очень много, уже 30 много. Поэтому он, естественно, начал получать сегодняшнее утро антибиотик, вчера мы даже кровь не смогли взять, и более того, сегодня мы брали ему из ремней вены и шеи. То есть вот отсюда ничего толком не идет. Давление получается очень слабое, да? Слабое давление, кроме того, у него была выявлена блошинная инвазия, в настоящий момент он уже обработан блох. Ну и время покажет, справится ли его организм или нет. Не исключаю начало какой-нибудь там вирусного процесса вообще, в принципе. Ну, с тазом будем заниматься, как говорится, потом, когда все установится. Притом странно, у него перелом справа, а не чувствует он левую лапу. Ну, то есть мы с этими нюансами разберемся позже, сейчас важно как бы котенка стабилизировать. Ну, то есть, да, сейчас угроза для жизни получается. Сейчас, да, очень высокий сепсис, ну, очень серьезный сепсис, поэтому, естественно, его надо стабилизировать. Но он ест сам и ест хорошо. Он у нас уже два раза ел за время в клинике, притом ест очень так плотненько, прям очень сытно. Ну, это нас радует, конечно же. Ну да, если кушает, значит, наверное, хочет есть, наверное, больше. Вот. И он сейчас такой замухрышкой, и вот обычно из таких замухрышек вырастают очень красивые котики. Поэтому вот, даже если в теории у него останется какой-то неврологический дефицит на тазовые конечности, ну ничего, для кошки не столь критично. Притом утром, притом еще, что нам удалось выявить, он не чувствует полноценно тазовые конечности, то есть у него фактически нет рефлекса. И когда мы проверяем там глубокую болевую чувствительность, толком нет. Понятно. Но это может говорить о поражении спинного? Безусловно, мы не исключаем в дальнейшем проведение компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. Но сейчас это не важно. Важно нормализовать, да, лейкоцитоз. Он, конечно же, он сам по себе обезвожен. Но он был хуже, это вот за час. Ну, мне все равно еще так плохо справляется. Но, как бы, будем надеяться, все должно нормализоваться. Он молодой, крепкий. Я еще думаю, что там есть глистная инвазия. Ну да, скорее всего, что там такой весь. Ну, в любом случае, часть того препарата, который против блох, должна подействовать на частично на гельминтов. Но глистогоний будем чуть позже сейчас окрепить. Да, да, в очень тяжелом состоянии, да? Ну да, то есть он был реально хуже. Он, притом он начинал. Он умирал, она говорит. Он полз и умирал. Реально. Падал. Реально. И он только сейчас начал, буквально пару часов назад, самостоятельно держать что температуру. У него не было, у него температура падала. Он вот лежал там под всеми этими одеялами, исключенный как бы печкой, потому что, ну, то есть он реально там 36, 35, 34. Ну, сейчас как бы, я не помню там какая была последняя, но она была нормальная, короче. То есть там что-то 37 с чем-то, то есть уже намного лучше. Вот, поэтому обычно, так, вы сами знаете, первые сутки самые противные, критичные. Да. Вот, будем надеяться, и что... И все понятно, именно с первые сутки. Да, но он неплохо ответил на меры. Он кушает, значит, да, у него уже да, хочется. Да, он... Смотрите, какие у него уши красивые, милые. То есть он хорошо ответил на лечение, будем надеяться, что мы успели. Ты зайчик давай поправляй. А это вообще девочка или мальчик? Я даже не смотрел. А как его назвали-то? Сейчас спросим. Пока никак, видимо. Как там назвали? Не Борис, как? Я забыл. Похуже левая лапа. Вот это вот у нас, ну, то есть... Болтается. Да. Вот это вот, то есть, лучше. Но он даже, видите, ее приподнял. Но. А здесь вообще, ну, ничего нет. Вот это он даже будет пытаться опираться, видите? Ну, или даже разрыв сухожилия там какой-то есть. Ну, он тоже не, слегка, здесь где-то вот есть движение, а тут уже движения нет. При разрыве сухожилия у него бы была боль, а боли нету. Ясно. То есть это говорит о неврологической проблеме, неврологического инеза. Так. Мальчик. Тоже мальчик еще один. Даже. Да, кто такой, мальчик, Котя? Мальчик. Два сереньких у нас, короче. И они вообще даже по возрасту одинаковые. Ну, примерно, в общем, да. Два серых. Это у нас Степан,
Вот у него перелом таза, какие-то еще неврологические проблемы, доктор сказал. Сейчас нам рентген покажут. Но самое главное сейчас котика стабилизировать, потому что он на самом деле в очень плохом состоянии. То есть состояние у него тяжелое, можно сказать. Вот он на капельницах. Самое главное сейчас его стабилизировать. Стас вообще уехал куда-то. Да, чуть-чуть. Ну, здесь он на бок завалился. Сейчас мы вот нормально покажем. Вот, хорошо видно. Вот область перелома. Ничего себе. Да, вошел туда. Притом хуже у него действительно левая лапа, но. В общем, непонятно, возможно, тут есть какой-то, в принципе, неврологический дефект. Мы на рентгене этот перелом, вот часть вот, скажем так, лежит. А, ну вот позвоночный столб, он тут, конечно, дернулся. Ну, на вот этой части он нормальный. Плюс осуществляет дефекацию самостоятельно, тоже хорошо. Вот, поэтому, ну, как бы с лапками разберемся позже. И на удивление-то он не остеопеник, понимаете, что? Как будто его до этого кормили нормально чем-то. То есть, ну, у меня, конечно, плотность пальцев будет выше, но он не хрустальный, как мы обычно называем. Поэтому будем надеяться, что вытянем. У малышей, вот правда, либо все хорошо бывает, либо они раз и очень быстро. Ну да, у нас до этого котеночек умер. Ну это уже как бы с тазом ничего не сделать. Да почему? Можно сделать. Можно, если. То есть посмотрим, что там потом в будущем наши ортопеды скажут. Но сделать можно всегда. Если будет проблема с хождением, я думаю, там, ну, наши ортопеды сведущие в этих проблемах, поэтому если что, то решим, конечно. Доктор еще сказал про этого малыша, про Степана, что у него сепсис сейчас. И самое главное нам вывести его из этого состояния, потому что состояние критическое. Он очень сильно обезвожен, ну и вот этот сепсис, конечно, это сильный удар по организму. Плюс он долго голодал, вот, а впоследствии, если все-таки удастся спасти ему жизнь, он выживет, скорее всего, он выживет, потому что он уже как бы держит глюкозу, нам сказали, вот, то нужно будет проводить МРТ, либо КТ и выяснять причину, почему у него неврологический дефицит в конечностях и что можно вообще с этим сделать и будет ли он в дальнейшем ходить. Ну, пока вот такая информация. Котик Степан в клинике БЭС находится. Оформлен на масло Оксана Викторовна, приют «Дари добро».